Падение человека было вовлечено в его чувства, страсти, сознание, желания. А значит, грех разрушил все части, составляющие полноту человека. Дух, душу, тело, его отношения, финансы. Чтобы восстановить человека до праведности, то есть до правильных отношений с Богом, Иисус Христос умер за нас. То есть вместо нас. Он нес всю полноту нашей ответственности. Он принял и воплотил в себе человека, чтобы спасти все сферы человеческой жизни. Вынес все последствия греха для всего человеческого рода. Поэтому он может восстановить все то, что разрушил грех. Его смерть и воскресение дает верующим жизнь вместо смерти, прощение вины, исцеление от болезней и восстановление нарушенных взаимоотношений, восстановление